Тихо. А так нормально? От 1 до 10. Все хорошо. Да, начинаем. Еще раз килограмм. Я ставлю запись. Начинаем вечерний вебинар по рекрутингу. Я очень рада, что сегодня пришло 400 человек. Очень радуюсь. Спасибо всем, кто на вебинаре. Поздравляю всех, кто недавно присоединился в проект. Давайте познакомимся. Меня зовут Ислямова Гульмира. Мне 28 лет. Я из Казахстана, город Актобе. Замужем, моему сыну 4,5 года. Я имею высшее техническое образование. В проекте около года. Зарегистрировалась в сентябре 2015 году. На данный момент я старший менеджер 22%. Ну, так как вебинар по рекрутингу, давайте начнем, да? Сегодня буду рассказывать про социальную сеть Instagram. От А до Я, так скажем, да, открытие рабочих страничек, как работать с хэштегами, как подавать объявления в группы, вообще про рекрутинг Инстаграм, потому что я сама пришла через социальную сеть Инстаграм, поэтому первое, что нужно сделать, это открыть, вообще скачать Инстаграм, да, он скачивается либо с Play Market, у кого Samsung или другой телефон, да, смартфон. Если iPhone, тогда с App Store скачивайте приложение Instagram. Он выглядит так, как на картинке. Скачивайте. Затем создаете аккаунт. Создаем аккаунт, как обычно пользователь, да, если у вас есть Instagram свой, просто добавляете вторую страничку. Сейчас я это об этом расскажу. Открываете новый аккаунт. Регистрировать можно через электронный адрес, либо через телефон, как вам удобно. Это второй момент. Затем, вот, если через электронный адрес, пишите свой электронный адрес. Советую через Яндекс.Кизет, либо Яндекс.ру, да? Пишем свой электронный адрес и нажимаем «Далее». Затем выходит вот такой вот профиль, то есть нужно здесь открыть свою фотографию, загрузить, да, и написать свое имя и фамилию. И придумать пароль. Пароль желательно, чтобы на всех страничках он был одинаковый, да, чтобы вы не запутались. Дальше нажимаете прям по кнопкам «Далее», «Далее», да, открывает уже страничку. Ну, так как аккаунт уже у меня есть действующий, здесь теперь расскажу поподробнее, да. Открываете аккаунт, пишете название. Здесь мышку видно, да, мою, как я двигаю мышку, или не видно? Вот стрелочки. Нет, не видно. Ну, вот эти стрелочки, если на слайде есть, значит все видно. Вот, здесь можно посмотреть публикации. 17, цифра 17, это число публикаций, то есть фотографий, да? А в середине, что написано, 4071, это число подписчиков. Те люди, которые на вас подписаны, это 4071. А подписки в третьем, то есть справа, да, 4779, это те подписки, на которые я подписываюсь. То есть примерно одинаковое число, да? А затем вот эти подписки нужно будет удалять. А теперь видно? Два раза щелкнуть, может, не будем. О, да, теперь видно, классно. Не знала об этом. И потом, значит, пишем свой профайл, так скажем, да, профиль. Вот, здесь видите, Гульмира Еслямова. Сюда можно написать «Строю бизнес в интернете», «Набираю активных партнеров в команду» и способ вашей связи, да, WhatsApp, либо Viber, какие у вас, да, способ связи.
Ну, обычно я пишу WhatsApp. Затем вот здесь написано подробности тут, и внизу, просто здесь не видно, должен быть мой сайт. Ссылка на сайт. Слайд перелистнул. Сейчас. Вот, перелистнул. Ссылка на сайт, либо ссылку ставите на свою регистрационную форму. Тем самым ваш кандидат сразу же попадет туда. Давайте вопросы чуть позже, хорошо, а то я сейчас буду путаться. Я сейчас отключу, наверное. Ой, нет. Ничего не буду делать. Вопрос в конце. И ставите хорошую фотографию профиля. На белом фоне, желательно на ярком, ваша фотография, либо семейная фотография. И вот, примерное оформление. Так, следующее. Вот, когда нажимаете, вот здесь смотрите, есть кнопочка «Редактировать профиль». Видите, параметры, да, три точечки наверху. Наверху в правом углу есть три точки. Когда туда нажимаете, выходит вот такая вот страничка «Редактировать профиль». То есть здесь нужно как раз таки вот эти все моменты заполнить. Вот, имя, фамилия, место есть. Потом здесь знак человечка, здесь ставите свой логин. Вот. Логин советую придумывать либо имя, фамилия, либо имя и контакт рождения. Ну, как обычный пользователь, да, чтобы там не онлайн работа, не работа без вложений, потому что людям это уже сложно. Поэтому как живой обычный пользователь пишем свое имя и фамилию. Вот веб-сайт, видите теперь кнопку, ну, строчку веб-сайт. Запись будет, да. Где веб-сайт, туда вставляете либо свой сайт готовый, либо регистрационную форму. Но если вы вообще первый раз открываете, вообще ничего не ставьте пока, потому что страничка должна пройти модерацию. Затем вот где кавычки, сюда уже ставите о себе, да, так скажем, раздел о себе, вот строить бизнес в интернете, ну, кому как. Здесь это у меня старая страничка вообще, поэтому если новую вы сейчас создаете, лучше все с главной строки начать, допустим, строить бизнес в интернете, потом с нового абзаца, да, набирая активных людей в команду, и с каким-то вопросом, чтобы человек заинтересовался. Затем внизу вот почта и добавить номер телефона. Сюда можно добавить номер телефона. Так, с этим понятно, да? Теперь это уже те же параметры, только внизу. Вот, пролистываете вниз, и здесь есть «Пригласите друзей», да, то есть такой раздел. Можно приглашать друзей с Facebook, если у вас уже готовые есть. Затем для подписок есть «Наберите друзей с Facebook». То есть можно связать несколько страничек. Если у вас уже есть действующие аккаунты ВКонтакте либо Facebook, те же самые друзья могут добавиться к вам в Instagram. Вот. Можно так сделать сразу. И тут же, смотрите, с одного устройства, с одного аккаунта можно открыть несколько аккаунтов, то есть более 5 аккаунтов, 5 аккаунтов. Вот, здесь есть строчка «Добавить аккаунт». Когда вы его нажимаете, выходит вот так. Видите, у меня уже есть 5 страничек, поэтому друг за другом вот так вот он будет выходить. А если у вас нет еще аккаунтов, то выйдет так же, как и в начале. Добавляете аккаунт, новый создаете такой же. Где-то можно поменять название, да, можно прям пронумеровать 1, 2, 3, 4, 5, чтобы вам было удобно, с какой страницы вы рекрутируете, да. Вот. Появляется вот, в общем, с одного телефона 5 аккаунтов открываете. И с каждого потом уже начинаете подписываться. Да, с одного номера телефона. Телефон вообще можно не регистрироваться, его вообще можно не писать, только на свою главную страничку можно написать.
Остальное все через почту. Если открывается Яндекс, то там дается 7 доменов, да? 7 доменов, то есть окончания разные. Яндекс.ру, Яндекс.кз и так далее. И спокойно открываете аккаунты. Прям в первый же день можно создать 5 аккаунтов. Везде его, сказать, оформить, закинуть 3-4 фотографии, как обычный пользователь. Можно и пост написать сразу. И по чуть-чуть начинать приглашать уже. Вот. Затем ищем свою целевую аудиторию. И подписываемся. Что такое целевая аудитория, да? Это те люди, с которыми вы хотите работать. С которыми вообще кто хотел бы быть в вашей команде, да? Целевая аудитория примерно моя, это мамочки в декрете, так как мне самой 28 лет, мне удобно работать с людьми в этом возрасте, да, то есть 88 года и выше. Студентов, ну и студенты тоже могут, да, работать, но в основном я со студентами не работаю, потому что сама когда была студентом, я особо, вообще я была в сетевом раньше, и в Oriflame, и в других сетевых компаниях, но как-то особо не относилась серьезно, да, вот. Поэтому вот эта целевая аудитория, примерно, да, я говорю, где очень много подписчиков, вот, 5К, это значит 17500 подписчиков, вот, у этого аккаунта. Набирается прям, можно набирать с хэштегами, вот вы видите, здесь, когда нажимаете на значок, поиск, да, вот поиск, видите, да, можно писать название аккаунта, либо набирать просто мамочки, там, не знаю, студенты, дети, цветы жизни, вот такие вот хэштеги можете набирать, и будут выходить аккаунты с такими подписчиками. Так, вот смотрите, теперь видите, 17 тысяч подписчиков, здесь все о детях, о мамах. Вот, даже такой же аккаунт оформлен очень красиво. И на этих же людей начинаем подписываться. Желательно, да, можно, попозже дам этот логин свой скайпа. Что я хотела сказать? А, с каждой странички, когда приглашаете с такой группы, вот, телефон, допустим, да, сразу делаете скрин, чтобы не забыть, и прям нажимаете вот на кнопку назад и блок, и вот эта страничка у вас отскринивается сразу. Потом его сохранить, чтобы знать, с какой странички вы приглашаете людей. И начинаете подписываться. За час можно сделать 200 подписок, но не подряд. Примерно 50 человек подписываетесь. Потом переходите на другой аккаунт и прям записываете на бумажку. На бумажку записываете и переходите на другой аккаунт. Прям 50, потом ставите лайки, можете писать комментарии, потом обратно заходите на эту страничку, именно на этот, на эту группу. Понятно, да, с этим? Как подписываться? Вот, когда вы подписываетесь, выходит знак, просто зеленый знак, вот как здесь, да, когда вы подписываетесь. Когда принимают вашу подписку, то есть вас добавляют друзья, еще и на вас подписываются, тогда выходит вот такой вот знак, зеленый, и вот с человечком. То есть этот человек уже видит ваши посты, ваши фотографии. Вот видите, салон Амалия, Купайло 86, это взаимная подписка называется. Они уже на вас подписаны, и смело можете им отправлять первое сообщение. А те, кто просто подписались на вас, они будут выходить вот таким вот знаком, то есть они читают только вас, а вы их не видите, да, так скажем. Ну, нам не нужно читать другие ленты, нам важно, чтобы нас самих прокачать, да, чтобы нас видели и ваши посты читали, и вам писали, да, то есть о работе. Вот, взаимная подписка выглядит так. Теперь следующий момент.
отправляем сразу же первое сообщение. Вот во время рекрутинга советую вообще не отвлекаться на какие-то фотографии, на какие-то видео, на какие-то видео в Инстаграм, потому что можно там уйти часами, вот, прям зайти именно для рекрутинга туда. Свою основную вообще советую не заходить в это время, потому что вы можете там засидеться. Вот свои лично для рекрутинга 5 страничек для начала, если вы новичок, и прямо оттуда же заходить и именно рекрутировать. Вот, подписались, сделали 200 подписок за час, смотрите, кто на вас взаимно подписался. И прямо туда заходите, поочередно отправляете первое сообщение. Как это делать? Да. Вот, открываете, видите стрелочку плюс, да, это direct называется, или direct, да, direct, скажем. Вот, отправляете, прям когда туда нажимаете, есть, вот, выходит вот такое вот слово «отправить сообщение» или «отправить фото или видео». Вы можете сделать свое первое сообщение картинками. Вы можете сделать свое первое сообщение просто как, ну, написать, да, заранее. Куда-то сохранить заметку или в блокнот. Вот, теперь работает мышка. Отправляете вот сообщение, нажимаете на нее и прям туда попадаете. Вот. Мое примерное первое сообщение я пишу по-разному. Меняю текст всегда. Иногда отправляю картинками, иногда отправляю вот, вот такое вот, да. Ну, скачать можно блокнот в плеймаркете. Блокнот обычный или заметки. Здравствуйте, меня зовут Гульмира. Предлагаю вам проводить... А, здесь слово осталось, да? Ой. Не написала, короче, предлагаю вам полезно проводить время в Инстаграм, а или с пользой, я веду набор менеджеров в свою быстрорастущую команду. Работа в интернете без вложений, официальный доход, карьерный рост. Если интересно, напишите мне, пожалуйста, на WhatsApp. То есть первый раз я вот так отправляла, это было летом, я отправляла вот так. Потом анализировала, смотрю, никто не пишет, да, ну пишут, но мало. Потом я начинала писать, то есть заканчивать предложение вопросом. Уже по-другому, примерно писала так, вам интересен доход через Инстаграм? И ставила вот такую вот запятую. Тогда уже люди отвечали. И там есть сердечко, можно отправлять сердечку, ну, то есть внимание больше, да, как бы привлекает. Вот. Ну и здесь на втором скрине есть... Вот кто-то пишет, здравствуйте, нет, не надо, кто-то пишет, сейчас напишу вам. Вот здесь видите сердечки, да, я отправляю, и кто-то читает, кто-то вообще даже не читает, кто не умеет вообще пользоваться, они даже не умеют делиться, открывать. Поэтому просто это наша работа. Отправили первое сообщение, затем здесь теперь как выставлять фотографии, да. Вообще советую выставлять личные фотографии, но иногда можно такие вирусные фотографии выставлять, потому что не все обращают внимание на ваши личные фотографии, просто ставят лайк. Да, первое сообщение взаимное. Вот кто сейчас прям подписался, вот, кто сейчас подписался, они смотрят пока мою ленту, да, допустим, если интересно. Пока отправляю сообщение, они читают, даже там есть значок, что они прочитали, вот такой значок глаза стоит. И как отправлять, ой, как загружать фотографии. Вот фото, видите, да, нажимаете на знак фотографии камеры, там видно будет прям. Потом в галерее сначала закачать себе в галерею, какие фотографии выставляете чисто для Инстаграм. И прямо оттуда вот так вот срезаете. Картинка должна быть красиво оформленной, без никаких. Если вы делаете скрин с какого-то чужого аккаунта, то обязательно нужно обрезать. Через компьютер, я не знаю, я сейчас говорю о том, что как с телефона и через Инстаграм работать. Да? Теперь смотрите, здесь вы видите знак бесконечности и знак вот такого вот кубики, видно, да, справа кубики, да? Это LIO называется, программа такая.
его можно тоже в Play Market скачать, то здесь можно 2-3 картинки соединить. Если вы вот эту картинку составляете, работа в сети интернет без начальника, без будильника, без прямых продаж, с доходом 100 долларов, да, и рядом можно свою фотографию подключить, то есть, ну, две картинки в одном фото будет. Ну, можно одно фото выставлять. И нажимаете вот на эту стрелочку. Далее. Я пропала. Есть опять? Я вышла. Давайте опять часть проверим. Угу. Теперь есть. Угу. А сразу писать пост. Вот. Как писать пост? От себя, ни от кого не копируйте. Пишите то, что вы сами хотите. Что вы вообще хотите, да? Вот я пишу так. Дорогие друзья, предлагаю работать в сети интернет. В нашем интернет-проекте нет границ, главное иметь желание, это не какая-нибудь рулетка или онлайн-игра, это реальный заработок, готовый бизнес, который можете оставить по наследству. Сейчас информационный век, примите решение работать на кого-то или кликать мышкой, сидя дома. Подробности в WhatsApp, напишу свой номер и обязательно нужно выставлять вот такие вот хэштеги. Работа в интернете, инстамама, счастье, дети, успех, ну, обычные хэштеги, да, где люди обычно читают. Вот. Теперь есть два слайда. Нет. Сейчас. Теперь есть слайд? 14-й. Да? Есть слайд? Угу. Выставляйте хэштеги, пишите такие же хэштеги, пишите пост. На разных фото по-разному, желательно, да? Но вот этот один пост вы можете уже скопировать, то есть аккуратно написать, также в заметку его можно копировать, прямо на него нажимаете, и здесь выходит знак «Копировать». Его копируете и себе сохраняете в блокнот. Вот. Теперь вот этот пост можно отправить кому-то лично, вот вы видите, директ, да? Также своим подписчикам, либо можно на общее выставить. Своим всем подписчикам, то есть это будет видно всем. Если в директ, тогда лично. И все, нажимаете галочку. Нажимаете галочку, оно сразу появляется у вас на вашей страничке. Теперь иногда я делаю так, отмечаю. Вот ВКонтакте есть отметка людей, да? То есть вы можете своих подписчиков отмечать. В Инстаграм тоже такое есть. Чтобы их отмечать, не обязательно, чтобы они были вашими друзьями, вашими подписчиками. Я просто наобум набираю какую-то букву, потому что в Инстаграм все на латинском, да, на английском. Допустим, набрала Д, да, или да. Вот эти имена выходят. Дамира, Дана, Даулет, Аслу. Отмечать можно до 20 людей. До 20. Человек. Прям отмечаем, каждому вот так вот нажимаете, да, и они у вас вот так вот появляются. Видите? Они вот эту фотографию получат как фото с ними. Понятно, да, вот этот момент? Или непонятно? Отмечайте, и каждый получает свой Инстаграм, как будто их сфотографировали. Ага. И это будет намного эффективнее, чем вы просто выставите свой пост, а кто-то его будет читать, а кто-то пролистнет. Поэтому отметить каждый раз, когда вы именно с рекрутинговой странички работаете, тогда прям нужно вот так вот отмечать. Ну, кому непонятно, наверное, пересмотрите, я не знаю. Вот. Отметка также, как и ВКонтакте, отмечается, оно приходит прям в личное сообщение, когда человек открывает Инстаграм и сразу видит фото с ними, то есть, ну, прям такой значок появляется. И он открывает и именно попадает, да, на эту картинку, то есть у спонсора. Теперь смотрите, когда я выставила эту фотографию, да,
сейчас момент, вот работа, отметила, да, отметила 20 человек, ну, здесь 8 и 20, отметила, и сразу же в комментарии пишут, здесь вот этот момент, да, смотрите, я готова работать с вами, есть планшет и компьютер и интернет. Вот, написали комментарии. Телефон оставили кто-то, да, свой телефон. Даже имя оставили. И еще кто-то написал, я тоже хотела. Потом еще написали, вот, на казахском. По работе предлагаю. Все оставили свой WhatsApp. Можно, как бы, сохранить эти номера и сразу же им отправить, уже переписываться в WhatsApp, да? А можно сразу же их отметить, то есть сейчас покажу в следующем слайде. Прям на эти же комментарии, если вы чуть-чуть дольше будете... Нет, можно не своих, можно просто набрать любые символы, и выходят люди. На эти же теперь сообщения нажимаете, да, на эти комментарии, вот чуть-чуть, секунду нажали, и прям подряд вот отметили, да, пальчиками отметили, вот 5 штук. И я им написала в директ. Вот, смотрите. На каждый логин он также приходит им в ответ. Всем написала в директ, да, первое сообщение, допустим, либо ответила в личку, либо ответила на WhatsApp, вот так вот. Либо можете сами написать, если у вас в этот день прям много откликов с каждой странички, тогда можно, чтобы они вам на WhatsApp сами написали. Если человек, ну, они напишут. Но некоторым, как бы сказать, долго набирать чей-то WhatsApp, сохранять на свой телефон, потом писать, да. Я сама вообще поленилась, но все-таки написала. Я оставила плюсики, да, свои, ну, под такой картинкой. Потом мне написали, напишите, пожалуйста, на WhatsApp. Потом думаю, ну раз человеку нужны люди, почему они сами не пишут мне в личку, да? И все-таки взяла и написала. Вот. Поэтому люди разные, лучше отправляйте им первое сообщение в личку. Нажимаете далее. Так. Здесь все, да, у меня. Угу. Всем ответили. Потом. Есть такая своя страничка у меня брендовая, где вообще с 13 года у меня есть Инстаграм, или с 12, я там просто обычный пользователь. Вот эта моя страничка сейчас набрала 7673 подписчиков. Это все живые люди, где-то есть интернет-магазины, там сумки, кошельки, но я их стараюсь отписывать от них, ну так отписывать, чтобы вообще блокировать их. Все эти живые люди, здесь мои родственники и друзья. Вот эта цифра, цифра публикации 151, а 898 это те люди, на которых я подписана. То есть их я тоже сейчас уменьшаю, потому что это просто ваша личная страничка. Я рекомендую брендовую тоже, ну, брендовая, это моя личная страничка, вообще все странички рекомендую как бренд вести, ну, свою личную, да, вот, сейчас пролистну. Вот, пролистнула, да, так. Теперь здесь оформила, да, как свою личную, здесь тоже написала о проекте, свое имя и фамилию, любимая жена и мама, тоже интернет-предприниматель, wellness-эксперт написала, WhatsApp и заполни ссылку, да, ну, типа, если хочешь, заполни ссылку. И здесь свои фотографии, тоже мотивационные такие посты пишу, потом... Ну, в основном люди идут на бренд, а я его качала примерно год, как подписалась, да, компания Reflame проект, но не всегда загружала 3 поста в день, оказывается, это очень важно, сейчас об этом дальше расскажу, почему 3 поста именно в день, это то время, в которое люди сидят именно в Инстаграм, это утро, день и вечер, да, после работы. Теперь... Ну вот так вот выглядит моя страничка. Здесь я о работе и
про то, как провели день. В общем, ваша страничка брендовая, она должна быть интересной. Да, чтобы ее интересно было читать. Так. Вот, это мои поездки. Мы были в Астане на BMW. Нас приглашала компания. Это уже на тот момент, когда я уже была менеджером 15%. Вот, отдых, деньги, бухгалтерская справка, вот это все можно выставлять. Почему сразу советую начинать со своей личной странички? Потому что там сидят ваши родственники, ваши друзья. Даже если вы будете их рекрутировать, да, сначала, не все сразу пойдут к вам. А если они на вас подписаны в социальной сети, они будут наблюдать за вами. Если же, допустим, у меня есть мой партнер, моя подружка, которую я приглашала год назад, когда сама начинала, она не пришла. Потом пришла вот в сентябре, спустя год. Да, она мне сказала, ну, сначала выйди на директора, потом я приду, да. Я в январе вышла на директора, а в феврале открыла уровень 22, отправила ей бухгалтерскую справку. Тогда тоже она не пошла, не знаю почему. И в сентябре вот пришла, сейчас она консультант 6%. Вот, поэтому бренд, он работает, даже если не сейчас, то через год, через полгода. И вашему вниманию списки популярных хэштегов. Сейчас, минутку, подождите. Такие вот списки популярных хэштегов, это Инстаграм, Инстаграма нет, Инстаграм недели, Инстаграм, ну вот такие вот, да, я не буду зачитывать, можете скрин сделать. Потом есть программы автоматизации, то есть можно не от руки подписываться, это бесплатный бот для Инстаграма. Ну это бесплатная версия, но она вообще платная. Новичкам советую вообще рекрутировать сначала. Понять. Конечно, можно в другой социальной сети работать. Просто сейчас очень актуален Инстаграм. Смотрите сами. Рекрутинг не получается, потому что нужно учиться. У меня тоже не получалось. У многих не получается с первого раза. Вот для этого как раз есть вот эти вечерние вебинары. Потом. Такие вот рекомендации. Придумываем пароль на всех страничках, чтобы он был одинаковый, чтобы сами не путались. Потом на профиле ставить свое красивое фото. Да, институт платный, просто есть бесплатная версия, если кому, ну, кто на работе, допустим, да, может этот институт скачать и оттуда работать. Нет, я ботом не работаю, я подписываюсь от руки, но отписываюсь программой. Сейчас дам, какая программа. На данный момент у меня 10 аккаунтов. В день выкладываю 3 поста со своими фотографиями. Вот как раз вот эти времена, да, утром в 8, днем в час и вечером в 20:00. То есть это social commerce. Нет, такой не знаю. Не использую. Использовать вот такие вот хэштеги, да. Лимит 49-50 подписок. Это за 5-6 минут, наверное, и за час не более 200 фотографий, 200 подписок. 200 делаете с одного, ну, вот так я делаю, 50, да, сначала с 5 аккаунтов по 50 получается 250, потом еще 50 делаю, я не считаю, примерно в день, наверное, 1000-2000 делаю подписок. Свободное время появилось, сразу делаю подписки. Потом есть программа отписок. Сейчас я отвечу на вопрос. Давайте я закончу, у меня немного осталось. Вот это программа отписки. Followers Assistant называется, да? Его можно скачать в Play Market. Вот смотрите, когда ваши подписки, на которых вы подписываетесь, доходят до 7500, уже нужно отписываться, потому что дальше уже не дает подписаться. Поэтому нужно от них отписаться.
Вот смотрите, 3840 у меня было, да? Для этой программы есть цифры вот 25, 50, 75, 100, 200. Есть параметры либо сверху, либо из середины, или снизу, или случайно отписаться. То есть я отписываюсь снизу. Да, взаимных тоже отписываюсь. Зачем мне они? Я их ленты не смотрю, мне же нужно, чтобы себя прокачать, поэтому отписываюсь от всех. Вот, снизу, пишу снизу, набираю и набираю 200. То есть за час отписаться можно от 200 подписчиков. И в день 1000. Если более 1000 сделаете, то ваш аккаунт заблокируют. Так, и нажимаете «Отписаться». За минуту у вас вот эти 200 подписчиков отпишутся. Понятно, да? Можете остановиться. Вот здесь кнопку нажимаете «Остановиться», она останавливается. Потом оттуда выходите, на другой аккаунт вы заходите, оттуда отписываетесь. То есть очень удобная программа, она бесплатная. Да, нужно снизу, потому что от самых ранних отписываетесь. Если сверху начнете, тогда неудобно будет. То есть пока человек откроет, может у кого-то быть закрытый аккаунт. Если закрытый, то они подпишутся на вас, когда они откроют, да, только. Вот, такая вот программа. Теперь примерное количество собеседований. Работаю я по-разному. Работаю и перепиской, и голосом. Если мне пишут на WhatsApp, то я сначала знакомлюсь с человеком, потом пишу о себе. Тоже есть у меня готовые шаблоны, которые я сама сделала. Сохранила их на блокнот и потом отправляю оттуда. С голосом работаю, когда... если мне звонят. Если мне сами звонят, тогда я уже объясняю голосом. Потом отправляю голосовые сообщения, если идут возражения. Допустим, кто-то пишет, ой, по реплеям, тот же самый реплеем. Я уже тогда не хочу набирать от руки, да, я уже отправляю голосом. Вот. Примерное количество регистраций в день, если при хорошем рекрутинге, до 5, до 8 доходит. В прошлом году у меня было очень много регистраций именно с Инстаграм. Потом я летом перешла почему-то на OLX, на доски объявления. Потом обратно начала Инстаграм. Количество регистраций от 2 до 5 при хорошем рекрутинге. Потом этих же новичков веду на ежедневный вебинар по стилю жизни. Помогаю оформить заказ 2 новичкам в день. Объясняю про виды доставок. Рассказываю о стартовой программе, рассказываю о верификации, о выгоде заказа 100 баллов, 150 баллов, да? Скидываю в течение дня чат записи с новичками по включению. Но это уже по чатам, да, если у вас уже есть чат для активных, туда уже скидываю. Рассказываю по телефону, по скайпу, да, если уже человек, есть у него скайп, тогда по скайпу разговариваю. Ну, пора. Одному уже это от момента зависит. Что еще? У меня все. Теперь, если у вас есть вопросы, сейчас я понесу, какие были вопросы. С одним паролем нет, у меня не вылетало. У меня вообще никогда не блокировали. Сколько у меня аккаунтов были, даже блокировали, но на время. И с рабочих страничек каждый день нужно, да, выставлять посты. Прям не лениться, писать по-разному. Хоть даже маленький пост напишите, то нужно ежедневно писать. Да, ежедневно 3-5 регистраций. Но у меня сейчас большая команда, поэтому не получается ежедневно рекрутировать. Но если я сажусь за рекрутинг, тогда вот эти регистрации, они есть. Пост это рассказ
про картинку или про то, что вы хотите сделать. Если вы набираете людей, команды, то так и пишите, что вы работаете в интернет-проекте, набираете команду по вопросам для консультации, писать на WhatsApp, вот так вот. Через iPhone, не знаю, мне самый простой телефон, Samsung. А когда помогают заказам, люди сразу оформляют. Если не сразу, я их оставляю в покое, иду к тем, кто хочет работать. Вот. За год у меня было очень много и активных, и пассивных консультантов, поэтому сейчас уже перебираю. Так. Количество подписок, ну, по времени тоже. 1000, говорю, 1000 или 2000. Иногда меньше делаю. Посты, да, с разных подписчиков. Я на уровне 22%, я старший менеджер, вышла за 5 месяцев работы. В сентябре подписалась, в феврале я открыла уровень директора. За 200 отписок сразу не блокируют. Сейчас главное соблюдать лимиты. Сообщения пишу только взаимным подписчикам. Ну, я как-то этот момент не разбирала. Можно сразу, вот кто подписался, тому пишу. А иногда тем своим подписчикам просто перебираю, тоже пишу программу отписки. Followers Assistant называется программа отписки. Если страничка новая, то каждый день по чуть-чуть наращивать. Если прям новая, сегодня создали, завтра можете приглашать. От этого ничего такого не будет. Отметки и подписки в один день, да. Сколько раз делаю отметки? Отметки по-разному тоже. Ну, в день можно один раз делать с 5 страничек, это получается будет 5 отметок. Если 3 раза пост выставлять, это будет 15. Это от вашего желания зависит. За тексты в директ меня не блокировали. Оформление заказа новичков проходит... Если человек активный, я сразу говорю, что мы здесь не закупаемся, не затариваемся, да, мы покупаем для себя. Первый заказ прям показываю, что я купила в первом заказе. Зубная щетка, зубная паста, мыло, гель, шампунь. 25-30 баллов. Вот это люди могут отправить. 5000 тенге. По рублям, не знаю, сами посчитайте. 300 рублей, наверное, да? Или нет? 500 рублей. 500 рублей, наверное, будет. А в директ отправляю с одного аккаунта 30, примерно 30, с 5 получается 150 первых сообщений, да? Так. Если не отвечают на первое сообщение, ничего не делают, значит человеку неинтересно. В одну ветку, ну вот это уже по включению, наверное. Это уже индивидуально со своим спонсором, кто как регистрирует, в какую ветку, да? Инстатулом я не работаю, подписываю руками. День с 5 аккаунтов. Вот у меня 10 аккаунтов есть, я сегодня зашла в первые 5, сегодня оттуда порекрутировала, завтра захожу в другие 5. То есть вот так, чередую. Запись вам даст ваш спонсор. Сколько БП? Полина, ваш вопрос я не поняла. Сколько БП в каталог? Программа обрезки фото для Инстаграма. Это не в Инстаграме можно обрезать, а прям в галерее. У вас есть такая функция. Нажимаете, где настройки, и можно обрезать фотографию. Или можно, когда в Инстаграм выкладываете, вы увеличите. Так вы прям увеличиваете, и фотография уже обрезается. Я сразу же, да, вышла на холодный рынок, потому что у меня теплый рынок очень был пассивный, потому что я раньше работала офлайн, поэтому
конечно, приглашала своих близких и родственников, но сразу же пошла в Инстаграм. С Россией не работаю, только Казахстан. Проверка аккаунтов модераторами, ну, не знаю, день-два, наверное. Я не знаю, сразу начала. Вот на такие моменты я внимания вообще не обращаю. Ну, все, если у вас нет вопросов, вам спасибо за то, что пришли. Желаю всем отличного рекрутинга.